Всем привет! Сегодня как бы завершающий этап с плинтусами, и вот есть такой один момент с порогом, с выходом на балкон. И люди его по-разному оформляют, по-разному к нему относятся, поэтому я хочу предложить свой вариант оформления порожка выхода на балкон. Ну и в принципе здесь с другой стороны, там делали обшивку пластиковой вагонкой. Вот, ребята по-своему оформили этот порожек. Ну и как бы сравним для примера, какой же вам выбрать этот порог. Это мой вариант оформления порога. У нас идет на полу виниловая плитка. И здесь точно так же идет винил. У нас один шов совпадает, один я уже не делал, для того, чтобы не делить вот этот порог на три части. Вот. И по краям я положил плинтус. Вот. Здесь у нас идет такой вот порожек угловой. Он закрывает вот эту вот торцовочную часть стены, потому что там, ну, обычно был бы виден либо ламинат, либо линолеум. Все зависит от того, что вы стелите. Ну и желательно, чтобы вот эта часть, она доходила до плинтуса. Ну, и бывают такие пороги, что вот они высокие пороги. И тут либо снизу еще обои проходят, либо просто покраска идет. Как откос, поэтому вот такой вот у меня порог. Ну и получается, что на него можно ступать полностью, он абсолютно выдерживает любые нагрузки, вытирать, мыть, не боитесь, что его можно запачкать. Еще люди оформляют такие пороги и просто делают белым откос. Оно красиво, но на первом же плющном таком вот, ну, то есть не поубирали недельку, и пыль села на этот откос. Поэтому смотрите, если вам удобно пылесосом снимать эту пыль, то в принципе можно. Так, теперь пройдем на другую сторону балкона. Выход на балкон. Вот ребята оформили по-своему этот откос, скажем так. Что у нас получается здесь? У нас здесь идет пластиковая вагонка, это линолеум и два порожка. Здесь порожек. Ну, по сути, они правильно поступили в плане того, что здесь нужно было прихватить линолеум, потому что линолеум, он, скажем, если взять мою часть, то она прихвачена, здесь прихвачена плинтусами, держится, то здесь этот линолеум, он сам по себе, либо его пришлось бы клеить. Ну и опять-таки, здесь вот он горбом пошел, не совсем красиво, то есть откосы не сделаны были, вот, поэтому лепили как есть. Вот, и здесь вот этот стык сделали, ну, оно красиво сейчас, беленько, силиконом задули, и пока что беленько. А потом этот стык будет грязный, и вид у него будет грязного. Вот, я все-таки бы, ну, хотел бы, наверное, все-таки поставить здесь порожки, то есть плинтуса, чтобы отгородить, ну, во-первых, при ходьбе у нас идет в любом случае удар, рано или поздно удар будет ногой. Пластиковая вагонка, она в принципе крохкая, она от удара посыпется. Вот. И вот эти вот углы, они такие, скажем так, не сильно надежные. Они перемерзают, перегреваются и крошатся. То есть от удара ноги они рано или поздно они вот повреждаются.
Ну вот, как бы два варианта сразу. И третий вариант, тот, который я вам говорил, что просто покрасить беленькой краской. Ну, есть моющие краски, то есть многие красят просто там троечкой. И, конечно, пыль садится, и ты не протрешь особо краску такую, ну, не моющуюся. Надо, если красить, то уже семеркой. То есть фасадная краска считается моющаяся. Вот, поэтому, ну, такой вариант возможен, но это такое, знаете, если, например, взять здесь, будут края, то от ноги они тоже покрошатся, вот, обобьются. Ну, хотя это, в принципе, жизнь, и обживается дом, квартира, поэтому кому как. То есть кто-то не обращает на это внимания, но если делать, то уже делать так, чтобы оно было надежно. Не возвращаться к этому вопросу больше. Вот, и как бы был постоянно хороший вид. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь. Всем пока.